Итак, обзор на яхту. Макс, это яхта? Яхта. Яхта. Нас к берегу яхта несет. Проборт. Яхта проборт. Значит, Максим занимается перешивкой. Сам руколично будет перешивать в оранжевый цвет, естественно. JBL Party Box отлично пристроилась и, в принципе, нормально дубасит. За 22 тысячи, получается, дубасит, как, хорошо, блин, наверное, за 40 были бы, наверное, колонки. Ну, я так подозреваю. Честно говоря, не знаю, как колонки будут. Что у нас здесь имеется еще? Смотри-ка, для спиннингов, да? Хотя, не, не войдут туда. Ну, нормальные кармашки. Почему такие. Почему тут лежит даже? Как кто? Кочерга или как это? Кочерга? А-а-а. Так, какие вставлять? Глубина 2,8. Да, 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 два этих трехбаночных. Вот здесь тоже все перешиваться будет. Так что круто. Нагрузить, чтобы спокойно. Блин. Наоборот, вперед. Что у тебя нет? Разветвителя на 2. Блин. Ну, один трехбаночный ставь. И что он будет? А там, там нету. Да, я не ту сумку тут брал. Что у вас по глубине-то? Не, здесь нету тоже. Нету? Нет. Хоть сказал раньше. Да кто? Я уже заглядывал. Я вчера его кинул ночью. Итак, что у нас? Рулевое управление. Это супер кнопка. Ракеты выпускает. Здесь что-то еще кнопки. Руль. Тахометр. Поднятие мотора. Эхолот. Такой же, наверное, как и у меня стоит. И газ реверс. И все. Тебе звонят, по-моему. А, значит, ей звонят. Так что дальше будет только тюнинг, тюнинг и все. Такие фонари спереди. Как фонари включить, Макс? А, по-моему, вот на какую-то из этих кнопок. Вот зеленых. Здесь? Да, да. Нет. Тогда на соседнюю. Вот вообще горит сейчас что-то. Ну, не горят? Нет, не на ту, не тогда на ту. Тогда на красный. Как? Тумблер. Вот это тумблер? Да, да, да. Вот это точно? Ну попробуй. Я сказал, что это ракеты выпускают. А, ну так они же из... Лазерные. Ну из фонарей же они, да. О, точно работают. Ну, там, по-моему... По-моему, тут не все светодиоды работают. Я думал, это ракеты выпускать. Все ясно. Так. С этим разобрались. Что еще? Бак 24 литра. Стоковый. А на 3S он плавает вообще? То ты кинул его? Ну! Ну, глизер приблизительно такой же, как у нас. Как, да? Нормально. Вот, а самое интересное, что Макс сказал, я говорю, блин, классный катер, говорю, хочу такой же. Он сказал, когда у тебя на канале будет 2 миллиона подписчиков, на любом, он мне его подарит. Прикиньте? Да, да, он вообще. Че, все? Все, больше нет глиссера у него. А мне кажется, ты что-то цепанул. Тут всякая эта фигня валяется. Да, да, да. Подгоняй его сюда. Здесь у нас бардачок. Здесь есть рундуки. Вот здесь под этим. Наверное, под этим тоже. Сзади тоже большой рундук. Вот здесь где-то. Максим, откуда доставал катерок? Просто поднимается или... Не, на ее нужно. Понял, ладно, не будем тогда. А там внизу расположен бак уже. И все. Коврик. Неплохой коврик. Не тиковое покрытие, конечно, но тоже ничего. И канистра. Потому что мы собираемся в дальнюю дорогу, дальний путь. Кучи литров. До Дубны. До Дубны, да. Когда 2 миллиона подписчиков, он сказал, перегонит сам своим ходом катер. А прицеп потом подвезет. Единственное, что мы сегодня боимся, это гимс. Почему? Почему? Не знаю. Потому что... Вон, видишь, ты нацеплял. Дай задний чуть-чуть. Задний чуть-чуть. Вперед. Норм? Я тебе говорю, здесь очень много этих всяких. В центре. Так, ну что? Мне кажется, сейчас будешь постоянно цеплять, но пробуй, конечно. Снимать-то будешь? Я снимаю. Давай. Только там, смотри, надувная. Он может проколоть ее. Я свою чуть не проколол, так что ты аккуратней.
Ничего, ничего. Даже на 3С смотри. Быстрее надувной. Но минус в том, что Барле АК как у нас дубна. Ну, то есть реально как дубна. Она у нас, конечно, короткая, потом сужается, но здесь тоже. А якорь где у тебя? В носу? В мундуке, в переднем. А, все, ладно. Воу! Давай, давай еще, давай, жги! Воу! Все? Ты смотри, мы только что сейчас так же шли. Да? А, точно. Вот, катер называется Неон. Нет, не он, а не он. А? Пока не он, да, будет Эрси Байер на борту. Он сказал сразу, подготовит, напишет. Оранжевая полоска, черные буквы. Все как надо. 4,5 метра длина, мотор. Кстати, мотор не показал. Honda. Опа, можно тут я не подскользнусь, надеюсь? Honda 60 лошадей. Ну ничего. Сколько максимум вы давали? 55? Вот у меня не получилось сейчас 55, по-моему, было 47. Я не спец, блин, в углах мотора, может, что это. Мне кажется, ну что-то как-то не могу. Полный газ, но толка нет. Вот, поэтому хондочка тарахтит, четырехтактная, огромная. Очень крутая, блин, ну ничего себе ты обрызгал-то. На 3С, я тебе говорю. Фонарь ходовой белый сзади. Помпа электрическая, Макс? Да, электрическая, но не автоматическая. То есть вот она, помпа какие-то, он говорит, нажми, посмотрим, выливать. А откуда выливать? Нажми, вот оттуда вот, сбор... где вот дырка, вон. А, вон там качает. Нет, еще. Нету, класс. В общем, очень круто. Есть ходовой тент, естественно, полный набор, то есть все. Тент, прицеп. Это, транспортировочного нет. Транспортировочного нет, ну как бы без разницы, ладно. Не так важен, лучше ходовой иметь, чем транспортировочный. Эхолот, как у меня вот не помню, 4x, по-моему, а здесь 4, здесь показывает скорость, а у меня скорость не показывает. Колонка, пишите в комменты, я не помню, она влагозащищенная или нет, но Макс сейчас себе колонку испортит. Да это не моя. С этого и начинаются все беды, да ничего с ней не будет. Слушай, я на лодке не катал уже. Ты быстрые тачки год не катал? 2,5. Да ладно, 2,5. Не, ну а когда последний раз ты катал Зелос, а купил я у тебя его, по-моему... Ну, купил давно. Я прям сейчас тащусь. Ну что, драг рейсинг давай? Готов? Надо аккум перезарядить. А, давай, давай, свежий аккум, и мы устроим драг. Блин, круто, то есть масса вот чувствуется, когда на надувной, ты как бы раз в центре тут встал, и тебя как-то все сносит, сносит. А когда ты на такой лодке, блин, ну как-то стоишь на месте. Реально. А там масса не та, и ее как-то все больше несет. Мы сейчас тоже, конечно, потихонечку, он нам волну гоняет. Нас... Ой, это что такое хрустит? Намотал, наверное. То я хотел драг рейсинг. Давай, давай. Я пока перезаряжу, отходи. Давай. А ты как снимать-то будешь? Как-нибудь. Подумаем. Хрустит, не знаю. А что тут может хрустеть-то? Да нечего тут хрустеть. Ну попробуй, дай просто газку. Дай, дам газку. Да нет. Вроде нормально. Так, а ты не собираешься утки из нержавейки ставить? А? Утки из нержавейки ставить. А у меня есть, надо просто их переставлять. Угу. Утки в стоке пластиковые. Буду, там одна сломана утка. А. Honda. Руль. Руль, наверное, стоковый, да? Да, да, да. Но я его буду перематывать сейчас. Ага. В общем, вот так вот. Прикольно. Так, подожди, а где вторая трешка? Трешка вон валяется. Где? Вот. Не знаю, как.
А, ну я сейчас на малый дам газ. Вот так. И дальше уже. Давай, сейчас будем схода немного. Готов? Ты на ту сторону сядь. Готов? Снимаешь? Снимаю. Раз, два, три. Смотрите, мы победили! Потеряем связь! Но по утабе потеряешь связь. Давай по волнам прыгай. Давай, дай мне камеру. Че, как ты будешь держать? Вот сюда, нету, нету, да? Нету, да, не брал. Блин, а что ты, по волнам хочешь прыгать? Ну да, я нифига себе, такой кайф. Ты я сейчас дам, дам. Мы сейчас на малом ходу, вот волны я делаю тебе. Сейчас еще дам чуть-чуть. Давай, вот эта волна пошла, давай, башить. Первый башенг Макса на воде. Ты смотри, закопало ты его. Вот прямо сзади заходи, да. Нифига себе. Обалдеть. Стоп. Чё, остановиться? Не знаю, да. Блин, ты сюда как делаешь? Надо посмотреть, воды нет. Давай. Первый башенг Макса неудачно оказался. Удачный, нифига себе, волной катер нахрен. Он занырнул, оказывается, у него подводная лодка. Я думал, все, его больше не будет. Нет, да он все равно бы всплыл, даже если воды наберет. Там в любом случае для плавучести пенопласт имеется. Слушай, нет. Нету? Потому что это пробот. Это лось. Это почему лось? Горизонт лось. Хобби, короче. А? Горизонт хобби. Ну, горизонт хобби, лось. Все, вся шайка там собралась. Это вам не... Блин, как у меня он. Спартан нагребает. Еще этот нагребает тоже, по-моему. Который у меня самый любимый, забыл. Вот. Да какой белый у меня остался, который? Не помню. Ты готов? Так, ну я тебе сейчас потихонечку опять газа дам. То есть, видишь, мы это когда так вот медленно идем, я же всегда тоже башу на медленной скорости. Он начинает загребать так, и волна пошла. И волна, волна. Сейчас еще дам скорости. О-о-о. Тихо, 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 сейчас перевернешь. Макс, это не башен. Это трофи! Это трофи! Он трофи устроил по волнам, блин. Я не могу с нее уйти. О! Утки в сторону! Тихо-тихо, куда ты? Дай-ка! А... Опять! Че, тормозить? Не-не-не! Уток не сбей! Стой! Стой! Стой, Макс, стой! Куда ты? Дай погоняю, почему так? Да ладно, бедный. Ну, блин, ты там же маленький, утенок. Я его легонько, но я... Так, ну-ка в сторону отсюда все. Стой, не рулит. Тормоз? А, не поймал. Сейчас развернусь. Не надо, не надо. В общем, друзья мои, такой катер намного круче надувной лодки. Я жду 2 миллиона подписчиков, и Макс мне его задарит. И буду наслаждаться со своим семейством на речные прогулки. Класс? Поехали. По-моему, башенга класс. Башенга уже. А, башенг-то погнали, давай. Да, я стану. Все нормально? Давай, давай.
Вот он. Воу! Вот это прыжок. Тоже неплохо. Класс. Для первого раза очень неплохо. Ну, Максу везет, ему не надо катером управлять, как мне лодкой одновременно. И надувной, и еще и катером одной рукой, блин. Он может полностью сосредоточиться. Такой кайф! Это тебе не Праги и не Бальтика. Да, да. Ваших на лодках еще не дошел до нашего мира полностью. Ну ты накренил нам. Опять под волну нырнул. Давай. Почему у Макса теперь новое развлечение? Жену научит рулить катером большим, а сам будет башить. Он продает все свои траги, баги, и они ему больше не нужны. Короче, в следующем году у Макса только лодка и трофи. Вот так вот, смотри, чей-то. Блин, круто! Ставьте лайки Максу. Касатка, касатка идет. Наверное. Держись позади где-нибудь. Воу-воу-воу. Класс, да? Круто вообще, это такое удовольствие. Я даже не ожидал. Опаньки сюда. Ну давай, перед нами чуть-чуть. Не под нами, а перед нами. Вон сейчас побашишь на тех волнах, вот прямо здесь перед нами. Сейчас, когда пройдут они. Ну только недалеко, пусть поближе волны подойдут. Давай, прыгай, газа, и пошел. Баки! Блин, тормози. Успеешь? Нет. А, ну еще есть. Это вообще нет. Нет, я не стал дожимать. А, все, да. Я сразу сбросил. Слушай, ну это шикарно. Давай, давай, комментарий. Я хочу еще трешку. Сейчас я возьму две трешки, у меня есть. И мы пойдем в центр. Погнали туда, к моей. До вечера, короче, он решил. До ночи. Башить теперь. Давай, погнали. Мы к Бакарде. Все? Да. Прошу. Не, а он такой. Он до Гати пойдет. Погнали.